И вот я желаю вам, а почему вы должны жить вот так, если можно жить так? А для этого нужно просто захотеть так жить. И брать от жизни все. В формате, значит, есть возможность, хватайся, делись, сражайся, добивайся, чтобы ты не стал. Падай, вставай, поднимайся и снова принимай удар. И снова формируйся, потому что каждый мучный удар у тебя крепкость. Я понимаю, что бизнес твой так. А, идешь, Кинько. А, попал на деньги. Идем, я это пройду. Не будет так, что ты, коуч пошел выиграть, все, вообще не отдал так. Там удар будет такой, что будешь лежать полдня и не дышать. Мне дважды банкротство, я два раза в три дня лежал дома, кровати и плакал. Золотой мужик. Но потом собираешься и говоришь, окей, хорошо, ты никак не помогает, пошли что-то делать. И выкрапываешься и двигаешься дальше. Знаешь, что интересно? Зарабатываешь больше потом. Потому что тот удар тебя сильно, ты понимаешь, ага, оказывается, у меня левый бок хладит. Не бог здесь вот уметь держать, держаться. И ты формируешься, и с каждым разом становишься лучше. Каждое выступление становится лучше, каждый твой продукт становится лучше, каждый твой бизнес становится интереснее, ярче, насыщеннее, потому что ты идешь вперед, даже если страшно. И не к этому вас призывают. Бизнес – это простая вещь, потому что рассказываю для вас, почему нет зубов отскакивать, я это столько раз сделал. Но вы когда сделаете первый раз, будет сложно, второй раз будет, третий раз вы понимаете. Первый раз вложение автомобиля, смотри в зеркало, кнопку передач, три педали. Значит, нет, я такие, три педали. Зеркало, туда, смотри, столько знаков, сколько этих знаков. Я сейчас жену учу, понимаешь, это там пипец, сколько надо знать. А то мне даже все смотри. Но сейчас, знаете, это анекдот. Я сегодня ехал за рулем, увидел, как мужик за рулем бреется, чуть помаду в кофе не уронил. То есть сейчас мы водим машину так, понимаете? Помаду. Сейчас это... Поверьте мне, вы скоро будете так бизнесом помогать. Одна, две, три компании не имеет значения. Просто вначале вы ставите план, вы приезжаете шаг за шагом, и вы растете и развиваетесь. Просто ставьте план, бейтесь на цель, все остальное будет детским садом, дурным солнышком. И вы будете кому-то помогать знания, делиться дальше, вести. Но бизнес это просто, если вы к этому просто отнесетесь. И каждый раз будете ставить цель себе, совершенствуйте этот навык. Вот и все. Спасибо.